Уважаемые пользователи, отдел информационно-библиографического обеспечения областной универсальной научной библиотеки имени Льва Николаевича Толстого представляет вашему вниманию знаменательные памятные даты календаря даты событий Кустанайской области на 2020 год с 17 по 24 октября. Бакай Семен Петрович родился 20 октября 1930 года в селе Покровском Денисовского района. После окончания Кустанайского строительного техникума был принят на работу заведующим промышленно-транспортным отделом Тарановского районного комитета партии. Позже, в 1963 году, был избран вторым секретарем Тарановского районного комитета партии. Закончил высшую партийную школу при ЦК КПСС. В 1974 году его избирают председателем исполкома Федоровского районного совета депутатов трудящихся, а уже в 1977 заместителем председателя Кустанайского облсполкома. В 1981 году Семен Петрович возглавил исполнительную власть в городе Кустанай и занимал должность председателя Кустанайского горосполкома более 6 лет. В этой должности проявились его организаторские способности и хозяйственная жилка. Под его руководством в городе строилось большое количество жилья и объектов соцкультбыта, школы, поликлиники, больницы, проложена троллейбусная линия. Родина высоко оценила заслуги Семена Петровича Бакая, наградив его двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Знак Почета и многочисленными медалями. Матанов Кайыржан Байпакович родился 20 октября 1940 года в селе Мангильды Кустанайской области. Окончил Алматинскую консерваторию. Учился у таких мастеров, как Жубанов, Хамиди, Ерзакович. Кайыржан Байпакович – первый художественный руководитель фольклорного ансамбля «Шертер», организованного Джанибековым. Работал в эстрадном ансамбле «Атыра-Урал» от Иранской областной филармонии. Был художественным руководителем и директором Тургайской областной филармонии. В 1994 году был главным дирижером музыкально-драматического театра имени Калибека Конышбаева в Акмале. В 1998-2006 годах работал преподавателем в Казахской национальной музыкальной академии. В 2010 году он победитель республиканского конкурса патриотической песни «Елим Минын» в номинации «Атамекен», вторая премия с песней «Туган Жырым Сагыныш» на слова Серика Турбунбекова. Камыстинский район образован 22 октября 1955 года. Своим рождением район обязан Целине. В годы освоения целинных и залежных земель здесь выросли крупные зерноводческие хозяйства. Среди них выделялись агрогородки Алтынсарин, Карабатыр, Бестюбе и другие, ставшие крупными фабриками зерна и мяса. Один из крупнейших в области зерносеющих районов. Территория его составляет более 12 тысяч квадратных километров. Площадь зернового клина превышает 260 тысяч гектаров. Богатые недра районы. Здесь разведаны и разрабатываются запасы золота, цинка, строительных материалов и поваренной соли. Сданная в эксплуатацию в 2004 году железная дорога Хромтау-Алтынсарина, соединившая напрямую в обход России регионы Западного и Северного Казахстана, сделала район транзитным. Дарканбаев Тимирбай Байбусынович родился 24 октября в 1910 году в Карабалыкском районе. Он является основателем биологической науки в Казахстане. Под его руководством начаты исследования по биохимии зерновых с целью улучшения качества зерна. Им подготовлено 30 кандидатов наук, которые плодотворно работают в вузах и научно-исследовательских институтах республики. Наряду с многогранной научной и педагогической деятельностью академик Дарканбаев выполнял большую общественную работу. Он был награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, двумя орденами Знак Почета и медалями. Уважаемые пользователи, отдел информационно-библиографического обеспечения Кустанайской областной универсальной научной библиотеки имени Льва Николаевича Толстого представил вашему вниманию обзор знаменательных и памятных дат календаря даты событий Кустанайской области на 2020 год с 17 по 24 октября. Материал календаря даты событий Кустанайской области на 2020 год отражен на сайте библиотеки.